мили больше, летели по проспекту. Закатанная цешка, нас не догнал инспектор. Джентльмен предугадал отказ от своей дамы. На заднем пару раз таманов не заведут как надо. Надо давать на ход ноги из этой нищеты. Обошел стороной понты за полверсты. Капает пот, но я не сломленный. Хуй там. Ловлю взгляды на себе, ваши озлобленные. Мы как на картинке с улыбкой в красной куртке. Южный звук мы привезли сюда за сутки. Не понтовался, не, да и вы меня не знали. Но позже расскажу вам всем, заценю свои медали. У-у-у. Не верили? Наблюдайте. Молодой и голодный жамик, вы еще узнаете. Уа-па-па-па-па, индири-дири-дири-ду. Растаман, меланхолик, косово закрутили. Ходим по пятам с дьяволом, сделку мы заключили. Пламенный салам, строго в аккурате. Здравия желаю участковому. Как ты, мой братик? Растаман, меланхолик, косово закрутили. Ходим по пятам с дьяволом, сделку мы заключили. Пламенный салам, строго в аккурате. Здравия желаю участковому. Как ты, мой братик? Джентльмену, как никогда, нужно иметь уважение. Он как всегда ровно на движение, как никогда. Воу. Растаман хулиган, ходит по пятам. Его все тут знают, ты не дергает по пустякам. Вопрос, как не потеряться в огромном мире, где правит монета, мы все хаваем в прямом эфире. Как тут быть в одного? Что поделать, если нет никого? Двигались и будем двигать дальше. Нам нужна была поддержка, где вы пропадали раньше. Мой крик услышит вся блатата. Растаманы и бродяги с моего двора. Намутили ту тему, расфасовали и взорвали. В принципе, хочешь мой секрет? Я простой пацан с провинции. Растаман, меланхолик, косово закрутили. Ходим по пятам с дьяволом, сделку мы заключили. Пламенный салам, строго в аккурате. Здравия желаю участковому. Как ты, мой братик? Растаман, меланхолик, косово закрутили. Ходим по пятам с дьяволом, сделку мы заключили. Пламенный салам, строго в аккурате. Здравия желаю участковому. Как ты, мой братик? Живем по тем моралям, что нам дали старшие. Уважаем взрослых и подтянем наших младших. Меня услышат, я не сомневаюсь. Понимаю и говорю, я редко ошибаюсь. Мои братья мне сказали, я на правильном пути. Делаю все, что по кайфу, попробуй запрети. Мне не давали много денег и не баловали. Каким бы я хорошим не был, но проблемы все-таки пожаловали. Их никто не ждал. Но если родному нужна была помощь, 5 секунд ты из хаты, 5 минут я в деле. 10 секунд на размышление, я сходу влетал. Моя музыка цепляет, тут вся моя правда. Люди, будьте попроще. И спасибо за внимание.